Держи меня за руку! Ты сможешь, любовь моя. Просто тушься. Что случилось? Подожди, я помогу. Вот так. Встречай нашего малыша. Она прекрасна. Вот, познакомься со своей мамочкой. Фух, ну и день. Давай, тушься. Вау. Вот он. И второй. И третий. И четвертый. И пятый. Вот и все, мы сделали это. Вот они. Пять. Девчонки, не возражаете, если я присоединюсь к вам? Подвиньтесь! Что, прости? Эй! Вау! Ребята, какие вы злые! Я думаю, что кто-то заслуживает урока. Надеюсь, вы все любите фейерверки. Что она делает? Бежим! Бежим! Это было легко. Не мешайте мне больше. Ага, кажется, я закончил. Что там у тебя? Посмотри сама. Хорошо. Ага, оно двигается. Серьезно? Я уже живу с ребенком. Вот твой ужин, дорогая. И это все? Ну, вот и молоко. Ты пожалеешь об этом. Пойдем, принесем тебе еды. Не хочу этого. И немного чипсов. И это. Вот моя тыковка. И напитки. Что-то еще? Все для тебя, любимая. И леденец для моей милой. Увидимся! Он понятия не имеет. Эй, Джокер, выше голову! Что? О-о. Что происходит? Что это? Ты беременна? Иди сюда! Ты будешь папочкой! Время детского обеда. Давайте посмотрим, достаточно ли теплое. Вкуснятина! Очень хорошо! Нужно получить больше. Дорогая, я дома. О, только не снова. Милая, проснись. Давай, женщина, вставай. А? Что такое? Что случилось? Это случилось. Ты должна себя контролировать. Это в последний раз, клянусь. Посмотри на этот беспорядок. Ты всегда так говоришь. Ничего не могу с этим поделать. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас здесь. Что это такое? Это... молот? Интересно, откуда он взял это? Ну, это понятно. Мы будем воспитывать воина. Ладно, все готово. Давайте посмотрим. Там определенно есть один. Ура! Я вижу двоих. Их четверо. О, боже.
ложусь. Давай, ну почему ты не хочешь спать? Может, качели помогут? Что за... Они порваны. А это что? Джокер. Ударил меня в самое слабое место. Что еще я могу сделать? Бинго! Так, малыш, скоро увидимся. Поймал! Наконец-то ты крепко заснул. Порядок восстановлен. Не волнуйся, дорогая, я достану. Ой, очень длинный. Эй, лови! Ладно, и... Распутай его! Почти! Что это? Ты беременная? Сюрприз! Классно! Мы станем родителями! Город нуждается во мне! Долг зовет! Эй, погоди! У тебя есть обязанности дома! Ладно, иду. Да, это прекрасно. Что ты делаешь? Держи это. Я ни в чем не могу тебе доверять. Видишь проблему? Ты не в своем уме. Маме не нравятся папины игрушки. Нет, они ей не нравятся. Смотри и учись, Джокер. Ух ты! Я знаю. Вот это игрушка для большого мальчика. Мы отличные родители, не так ли? Слишком много сахара? О, вот и детское питание. Не смей. Только попробуй. Мое! Мое! Отпусти! Похоже, что мое. Увидимся! Я достану тебя в следующий раз. О, это сработает. Что-то воняет. Это от меня? Какой же ты вонючий малыш. Что ж, давай приведем тебя в порядок. О нет, у нас закончились подгузники. Так, так, так. Это как раз то, что мне нужно. Не так уж плохо. Так-то лучше. Хорошая работа, умник. О, что за запах? О, нет. Держись, маленький. Что теперь? А, да. Памперсы. Пусто. Я знаю. Сухо и уютно. Вернемся к чтению. Эй, там, зумеры. Вам понравились эти веселые ситуации? Хотели бы вы увидеть больше подобных историй? Обязательно напишите об этом в комментариях ниже и поставьте нам лайк. Если вы хотите стать членом нашего сообщества Zoom, то смело жмите на кнопку «Подписаться». На сегодня все, ребята. Наслаждайтесь нашими самыми смешными неудачными дублями и до следующего раза.